Не так давно Джеймс Кэмерон намекнул, что сиквелы «Алиты. Боевой ангел» действительно находятся в разработке. Оригинал 19 года рассказывал о девушке-киборге, находящейся в поисках утерянных воспоминаний. Фильм заканчивался явным намеком на продолжение, но с тех пор новостей о новом проекте почти не было. Однако в недавнем интервью Forbes Кэмерон, говоря о продаже «Дома», также упомянул, что работает над несколькими проектами, такими как «Аватар», и в том числе новыми фильмами «Алита. Боевой ангел». Похоже, что продолжению все-таки быть, и возможно даже не одному. Делитесь в комментариях, ждете ли вы новые фильмы франшизы.